Школьница из Чебоксар может не только заработать славу своему городу и компьютерный класс своей школе, но и показать родителям штаб-квартиру компании Google. Чтобы все это произошло, 8-летней Оле Коротиной осталось всего лишь победить в финале всероссийского конкурса Doodle для Google, участники которого создают свою версию логотипа на тему «Мое путешествие в космос». Из 9000 работ фантазии Оли Коротиной на тему путешествия в космос жюри признало одной из 10 лучших в своей возрастной категории. Всего же полуфиналистов 30. Вот это Земля. Вот такая большая Земля. И тут внутри ядро. А это ковш большой медведец. А вот это моя ракета, которой я прилетела. В руках у меня кисточка, потому что я люблю рисовать. Это мой телескоп, который я наблюдала за другими планетами. Вот мой телескоп. За карандаш и кисточку Оля взялась вдвоем с братом Ваней. Его рисунок был представлен в возрастной категории постарше. К сожалению, Ванин логотип в полуфинал не прошел. Но поводов для расстройства брат полуфиналистки не видит. Ведь в случае победы в штаб-квартиру Google они отправятся всей семьей. Рад, что она заняла место в тридцатке. Горжусь ей. Вдохновение и муза в семье Оли – гости постоянные. Рисунки, вышивки, аппликации, букеты из конфет, всевозможные подделки и фотографии, фантазии Коротиных не знает границ. Попытаться поймать удачу в этом творческом состязании решили спонтанно, делится мама конкурсантов. Нарисовали, отправили и как бы на время забыли. Муж периодически просматривал этот сайт, а ну не ждали и не отслеживали. Результаты, динамику нет. Это было сюрприз для нас. Определение лучшего дудла для Google 2014 года уже идет. Проголосовать за работу Оли Коротиной можно до 31 марта на сайте конкурса. В финал по итогам народного онлайн-голосования попадут только 3 работы, из которых жюри выберет лучший рисунок. Он украсит русскоязычную страницу поисковика в день космонавтики. Возможно, именно Ольгу Коротину, школьницу из Чебоксар, объявят победительницей 8 апреля на торжественной церемонии в Москве. Дети из Чувашии в конкурсе нестандартных логотипов для международной компании Google заявляют о себе не впервые. В прошлом году в полуфинал вышла девочка из Урмар. Она нарисовала логотип в духе родной Чувашии. Оксана Замятина, Евгений Анисимов, Республика.